Привет, молодые люди. Меня зовут Эрик, и, пользуясь моментом, хочу тебе сказать одно спасибо, что ты есть. Потому что без тебя я бы не сидел бы на этом кресле. Я бы не сидел бы с этим микрофоном. И без этой мышки. Это на самом деле грустно, что все так происходит неожиданно, быстро. Ведь только недавно этого всего не было. Как-то так. Но это, конечно, не лучшее время для того, чтобы это сказать. Но спасибо большое вам еще раз за то, что вы меня смотрите. Мне очень приятно, и я постараюсь вас не огорчать. И делать что-то воистину полезное и интересные. Ну а сейчас мы к сути ролика. В CSGO вышло обновление большое, где входит много чего интересного. Операция с кейсы, скины, агенты, капсулы. Короче. Но самое интересное, это матчмейкинг премьер. Куда ты можешь зайти и подумать, это что, фейсит? Потому что все очень похоже. Выбор сторон, выбор карты, большое количество пауз, много статистики. Все это в матчмейкинге. Но на 64-м секрете. Как это все работает, я вам сейчас покажу. Я поиграл две катки, обрезал их красиво. И я думаю, что вам зайдет. Катки, кстати, были очень удачные. Ну что ж, не забудь поставить лайк, если тебе понравится ролик. Ну а мы полетели пробовать что-то новое. Начинается игра, и нас встречает такое интересное лобби. И фейсит, погнали. Welcome to Premiere Mode. Yeah. 64-й секрет. Что происходит? Я не знаю, вот я сейчас там сам в первый раз это вижу. Так, ребята, последняя Серьезно, миссия. Впервые здесь? Нас, так? Да, я реально впервые. Так, а что здесь? Waiting for opponent. Сейчас мы ждем, пока соперник запрещает две карты. Да. Сейчас противник банит две карты, да. Теперь я буду банить. Так, мы запрещаем три карты сейчас. Давайте не будем играть, получается, Трейн, Вертига и Нюк. Ну, останется Мираж и Инферно, выберут они уже. Ну, я не хочу Инферно. Да, Инферно минус. Лучше. Ладно, кажется, давай Нюк. Ладно, давай Нюк, давай Нюк забаним. Давай дефолт сыграем, фиксим дефолт. Сейчас соперник запрещает одну карту, он запретит, наверное, Инферно. И мы выбираем, за кого играть. Потому что да? Первый запрет был от них. Понял. Ну это очень, кстати, крутая вещь. Это необычно, на самом деле. Это прикольно выглядит. Это необычно, такого нигде не было. Даже на фесте. Сейчас мы выбираем сторону. Вот это очень круто. Я за КТ хочу начать. Здесь большой плюс то, что не один капитан выбирает, а вся команда. Да, да, да. Да. Демократия. А если будет 3-2, значит 3 больше? Да, значит. Да, 3 больше. Неплохо. Слушай, урок это классно, математики. Что мы именно за КТ хотим начать, на самом-то деле. Потому что типа мы дали возможность им проголосовать за карту. Когда мы будем выигрывать раунды или проигрывать, будет писаться на экране, какой шанс победы в следующем раунде. Что-то вроде этого. А шанс это вообще полнейшая дичь. Ну и плюс еще будет информация после игры. Максимально подробно о том, сколько ты людей зафлешил, сколько ты убил, сколько ты помог зафлешить и так далее. И, кстати, тут вы же в курсе, что играют только те, у кого есть эта операция? Да. То есть здесь играют мажоры, погнали. Я в курсе. Я сомневаюсь, что еще, кстати, легитеры будут покупать себе операцию. Это ты знал, что шорт, если что-то не поверил, не все. О, шанс победы, смотри. То есть у меня 10%, я убил двоих, у меня 10%, да? Сейчас, не, это сколько осталось в общем. Что это? А что по это? Ходу раунда, например, смотрите, наш умер, потом мы убили, ну поняли. А, размен был, шанс увеличить, спустились. Эрик вообще лузер. Сейчас я эти шансы поломаю, я докажу, что эти шансы полные. Сломайте шансы до конца. Двое кичен. Двое кичен. Чувак, они такие префайры дают, забей. Откуда? Чувак, что? Забей, он с подругом. Он на префайре всех убивает. Да, это было очевидно. У него профиль. Ну да, конечно. Это вообще тут такие вещи надо писать. Смотри, моя смерть это минус 38% к победе, понимаешь? 38%. У тебя? Один. Так я двоих же убил. Твоя смерть не повлияла на судьбу этого раунда. Зачем они мне до сих пор показывают, что террористы выиграли? Это дезморально для меня. Что ты запомнил, они тебя кибербулят. Эрик, фраги будут сегодня? Вот пытаюсь. Ой. Это будет. Они раскидывают. Матчмейкинги раскидывают.
Ну, они, конечно, не лучшая раскидка. Где вы были? Налево пробежал. Ай-яй-яй. Обход бомбу и время не учитывает, да, как я понял? ХП от меня, который... Я не понимаю эту статистику. Я тоже не понимаю. Она бомбу ваш... и время не учитывает. Жестко. Подожди, а вы заметите, что я сейчас попал в него? Но мне не написал, сколько я в него намажал. Да, я, кстати, тоже не вижу. Они же все у фейста забирают. Да, он голову дал с Хамаса, ты видел? Реакция какая была. Так, и объясните, что это за цифры? Минус 41%, 63. Да, я не понимаю, слишком сложно, слишком для гениев игры. А сколько здесь пауз можно взять, как думаете? Одно. Не надо, не надо! Макс, мы сделаем тестирование этого режима, тест-драйв, все нормально. Что ты тестируешь? У нас есть минута обсудить наши шансы на победу в следующем раунде. Как вы думаете, 43 или 55? А, 4! 4 по 30, слышь? Это Faceit Premium! Мне бесит, что они записывают все от Faceit и других проектов. Они от Scope GG взяли статистику от Faceit систему, и Nuritech, сам знаешь от кого. Я не знаю, как это происходит. Они все крадут. Спасибо, что не назвал этот проект. Боже, я все проекты назвал, кроме своего, господи. Какой кошмар. Ладно, скажу. Да, наш проект называется... Россия, священная... А грузинский гимн поешь? Чехоры... Я без шуток, это грузинский был начало. Я не понимаю, что это за статистика. А, это статистика на слабых игроков. Понял, понял. Это CSFL, краш. А теперь переходим на CSFL. Блин, у меня в этом ролике интеграция с G-дропа, поэтому погнали. Да, именно сейчас мы на G-дропе, я кручу барабан. И напоминаю, если будете использовать мои промокоды, вы будете получать бесплатные прокруты. Заходим еще раз в барабан и вводим секретный код. Shock Life. И мне падает буква G. Две буквы подряд. На сайте появились новые кейсы, осенние. Открывая их, вы выбиваете токены. Ставлю 58 токенов. Сейчас мы выбрали тот скин, который выпадет. И здесь побеждаем мы. И не забывайте, что заходя в подарки, за каждое пополнение вы получаете эти бесплатные кейсы за 7500, за 20000 кейсы, за 50000, а я напоследок открою. Ух, ай-яй-яй, дружище, иди ко мне, пожалуйста. Я забираю этот авик, а ссылочку на G-дроп и промокод я оставлю в описании. Используйте, пока есть активация. На миду есть, под Б2 было. Да-да-да. Убей, Алмирал! Выйди пачку, убей. 90. Что ж ты, брат? Это ребята! Да, офигеть. Ну это делает, смотрите, из-за него у нас шансы на победу маленькие. В текстуру стреляет, чувак, людей надо. Ты, мне кажется, его прострелял. Вау, вау, вау. А смотря на человека, можешь убить, нет? Слабо? Первое. Россия священная. Ковры, 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 ласт. Россия священная, наша держава. Обвес. 98-99. А где хп, посмотри, сколько у него осталось? Алло, Faceit, вы говорите... Вальф, если вы крадете у Faceit хоть что-то, ну, сделайте как у них полностью. Сколько у него осталось хп? Спрашивать, HP? Никто не ответит. Вы рофлите? Не, это неправильно. Вальф, крадите красиво, пожалуйста. Да почему я? Вау, новый! Новый! Это изи раунд был. Я надеюсь, CSGO понял, что это был изи раунд. Правильно делаешь, чтобы не смотрел вас вот этим биби, бо-бом. Крыша поехала и всё. Да фак, двое на, иди на Б, бро. Если он это возьмет, ты в шоке. Ай-яй-яй, чувак. Тебя никто не верил по факту, но ты молодец. Мы сыграли гадку, а сейчас я посмотрю, насколько плох был Дилайт. Смотрим.
Так. Это вообще очень сложная статистика, если честно. Очень. Да, мне кажется, что она бесполезная. Очень много инфы подробной. Это, конечно, красиво, круто, но... Я один в два клатчи часто беру, кстати. Давайте еще карточки сыграем. Я хочу полноценную статистику. Сейчас она не точная. Нужно еще, еще и еще. Короче, мы сейчас думаем, либо пасовать и выберем сторону, либо выберем запрет карты. Давайте за КД начнем. Что выиграть? Давайте первый лучше. И кто? Так, мы баним две карты. Вертиго, Трейн. Они забанят нюк, овер. Вот и все. Ну, сейчас уберут нюк и овер. Вот и все. Давайте даст. А, запрет. Давайте даст запрет. Запрет, мираж. А теперь они выбирают это, да? Ну, за теров, без разницы, там, начать. Очень круто сделано. I like this shit. Я зарежу с ножа, я вам обещаю. Пошел нахер! Хорош! Эрик, байтер! Я не байтер, хорошая, я просто продаю. Я продаю. Он мне шмалять начал. На нож. Ну, давай. Что за говно? Что это за дерьмо? О, дюд! Иди сюда, дружище, иди сюда, иди сюда. Еще один лом. У тебя дал жизнь, Эрик. Чувак, ну кто так играет? Еще вроде бы, если мне не показалось, еще вроде бы. Да, слышка. Сейчас чел прыгнет, сиди. Нет. Это был взрыв от слышки. Какой антитайминг, вы это видели? Можешь не пикать и в яму встать. Он дулом ему машет. Хорош. 1Б. Чёрт. Грибы, старт middle, guys. Старт middle, white box, тебя убьёт middle. Никого нету. Вот здесь есть Дима. Пальма. Дим, пальма. Суицид, вот там где-то пальма. Боже, вы рофлись. А, точно. Говорит, суицид, это пальма. Сейчас грибы, потом пальма. Эрик, ты что ел сегодня? Грибы. Или пальмы. Ты сдохнешь, нет? А он режет, бегает, понял. Чувак, а что нельзя? Россия, свободная страна, делаю, что решил. Я только что заметил, что у меня, кажется... Он диффузит, по-моему, между... Да что за флешки, Эрик? Кто сейчас посмеялся? Скажите мне в лицо, пожалуйста, кто сейчас посмеялся? Кто сейчас посмеялся? Я помогал команде. Я команде помогал. Ты понимаешь? Вот когда помогаешь, вот. А мог бы убить... Он говорит, дефузит, ты кидаешь мне флешку в лицо еще, ну сколько меня добиваешь? Я тут импостер, ребят, вы не поняли? А, ну тут киберспорт, в принципе, все понятно. Чувак. Да, киберспорт. Мне авик нужен, НТ, понимаешь? НТ. Я без авика, это как Гарри Поттер без палочки. Это как Россия без Путина, понимаешь? Сложно. Его реально, походу, проплатили. По графику, когда я сдох, у вас шансы повысились. Ты, Никита, снищ в нашей команде получается. Получается, я импостер, вы нашли меня. Один лом бежит. О, господи, мне страшно это видеть. Ужасно. И вон еще один диглер. Мы команда. Короче, давайте проверим, есть ли тут допы или нету, и выиграем это. Ну, один мид и лом, значит, получается. Лом я убил. Боже мой. Папе! Еще одно. Представьте допы. А, нет. Вальми не додумались. Ой, ладно, ну неплохо. Я сыграл только что эти катки, и давайте я зайду и посмотрю мою статистику. Ну что ж, две катки. Я начал 6 декабря и закончил 7. Добрый день. Так, всего игр 2. Урон 5200, 54 раунда. КД 1.72, 55 убийств. 1 на 1. Я выиграл 20%. Ситуация была 5.
Ха, а 1 в 2 я выигрывал 3 раза. Нет, ситуации было 3, а выиграл только один раз. Лучшее оружие это АВИК, у меня КД 2.38, АУК 2.0, МК 1.50. Да ладно, вот это интересно. Вот это интересно. Вот это хорошая статистика. Лучшая карта даст 2. Союзник в играх, с которым у вас наивысшее соотношение побед в раундах. Вау. Осколочные у меня 5 бросков. Как-то маловато. А световых 27. Попаданий 48%. И первое убийство 8. Ваш рейтинг 1.02 это лучше, чем у 95%. Да ну. Ваш рейтинг 97.7 это лучше, чем у 85%. Эй. Это тоже у меня очень хорошо, 1.72. Убийств в голову у меня поменьше процент. Ну, потому что я с авиком играл. Конечно, не будет. Понятное дело, делать статистику из двух каток будет сложновато. Но в целом, я думаю, что на дистанции это вам что-то даст. Владение оружием. Это то, что я беру чаще всего. Я только авик беру. Больше ничего. Здесь я беру МАГ-10. Один раз я вроде его взял, да? Да, одно убийство. Дигл больше всего брал. Так я подбирал, я его бы не покупал никогда. Интересно, интересно. А это где я играю, представьте? Точность стрельбы 20% в голову, 33% в тело. Так, это где я играю, правильно? По факту мне очень нравится эта статистика. Очень подробная, очень интересная. Молодцы, ребята. Ну, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Статистика интересна. Можно поиграться. Ну а с тобой был я, Шок. Не забудь подписаться на этот канал. Я знаю, ты это забываешь делать. Так уж получается. Всем пока. И слева на канале другой ролик. Можешь посмотреть. Тебе он зайдет.